Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявляют о готовности к диалогу с Катаром, если Доха докажет приверженность борьбе с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Бахрейна. В столице этой страны, Манаме, встретились главы МИД четырех арабских государств, которые в начале июня разорвали дипотношения с Катаром. Наши страны готовы к диалогу при условии, что Катар решит прекратить поддержку и финансирование терроризма и экстремизма, а также не будет разжигать ненависть. Как заявил глава МИД Бахрейна, Катар не должен вмешиваться во внутренние дела других государств и обязан выполнить 13 требований, которые, по словам министра, являются гарантией мира и стабильности. Любую страну, которая сотрудничает с Ираном, будут ждать негативные последствия. Связи с этим государством приводят только к разрухе, коррупции и убийствам. Ни для одной страны не выгодно взаимодействие с Ираном. По словам министра, если в Катаре думают иначе, то там неверно оценивают ситуацию. Ослабление связи с Ираном – одно из условий, которые предъявляются Дохе. Кроме того, от Катара требуют закрыть канал Аль-Джазира и прекратить военное сотрудничество с Турцией.